Здравствуйте. Да, можно здесь? Вчера Олег Знарок сказал, что ничего не знает о чехах. Поделитесь вы информацией, которая есть в наличии у тренерской школы. Ну, скажем так, по большому счету мы так как бы не разбирали их. Серьезно, мы больше готовились сами к тем действиям, которые мы хотим видеть с нашей стороны. Да? Какую игру вы хотите? Ну, знаете, это детали. Это детали, которые зачем мне сейчас разглашать, как мы будем откатываться, как закатываться, как давить. Это вот мы тренировки проводим. Это, я думаю, всем видно. Да? И я думаю, что в связи с тем, что площадки маленькие, я думаю, что все команды более-менее будут одинаковые. Да? Потому что то, что мы видели со стороны тех чешских игроков, которые играют за океаном, они все одно и то же играют. Да? Так что мы готовим больше свое, посмотреть, как оно будет выглядеть. Да? А там уже будем смотреть дальше. У нас время, скажем, через эти товарищеские игры будет, чтобы уже посмотреть, как европейские команды играют. Как вы выбирали капитана? Понятно, что выбор шел, наверное, между Цуком и Овечкиным. Как со стороны казалось? А как казалось вам? Ну, знаете, это обращается к главному тренеру. Это как бы... Он должен отвечать на этот вопрос. Прошло две тренировки, вы какие-то выводы можно делать? Скажите о физической готовности. Ребята как бы выглядят все физически хорошо, но ситуация такая, что они должны были индивидуально готовиться, да? Разрешения не было, у них у каждого были свои тренера, так что каждый подготовился как мог, где-то мы смотрели, что в чем, но... Скажем, вот эти две тренировки показало, что они довольно хорошо восстанавливаются, да, при интенсивности тренировок. Так что я думаю, что все в порядке. Никто не выбивается. А? Никто не выбивается. Пока нет. А с одним большинством понятно, вот красный, да. Вот насчет серых, там 7 человек, как вы их варьируете? Семерых выпускать будем. А вот хорошая идея, кстати. Но убираем вратаря, и тренер уходит Славки, и все, и 7 выпускаем. Новая тактика. Никто не запретил так. Нет. У нас есть 7 человек, которые будут ротировать. Как видели, нарабатываются связки, где Шипачев, Додонов и Панарин. И тройка, которая есть, как Кулемин вместе с Дацюком. Скажем, Малкин играет в одной тройке, играет как крайнего нападающего с Панариным. И Шипачевым играет больше как защитник. По вратарю нет, если завтра? Ну, пока я не буду торопиться. Еще завтра игра, но как бы все вратари показывают себя на хорошем уровне. Так что я думаю, что все готовы. На чемпионате мира вы пробовали в первых двух матчах тройку Мазякин, Дацук, Телегин. Телегин очков не набирал, но когда вы переставили такую к любимому, там у него пошла игра. Сейчас вот Телегин опять с Дацуком пробуете. Почему? В чем секрет их взаимодействия вместе? Это мы просто расставляем, посмотрим, как она пойдет. Понимаете, это совсем другая игра. Это если посмотреть вот эти площадки, да, она настолько быстрая, настолько... Совсем по-другому, все намного быстрее. Скажем, намного примитивнее игра и намного быстрее. И, ну, посмотрим, как пойдет. Потому что время есть для коррекции, у нас еще до начала как бы достаточно времени, чтобы что-то поменять. Завтра такие сочетания будут, да? Знаете, мы сейчас еще обкинем, так что завтра на раскатке вы узнаете. Мы видим бригады большинства более-менее постоянные, а бригады меньшинства были постоянные? Тоже постоянные. Вот сегодня мы видим разные звенья. Ну, как бы мы старались пары пускать те, которые будут играть в меньшинстве. Если вы так наблюдали посерьезнее, то вы могли видеть, что в меньшинстве обороняются одни и те же пары нападения и одни и те же пары защиты. Но здесь есть такое более-менее сдерживающее звено на команде. Получается, уже все три. На кого сдерживающие? Сдерживаете ударные тройки соперника. Кого? Ударные тройки соперника. Ну почему? У нас все ударные, у нас все должны выполнять одну задачу. И в обороне, и в атаке одинаково работают. Потому что ребята мастеровитые. И я думаю, что они молодые. Я думаю, они достойные как в защите, так и в обороне. Мы делить, я думаю, не будем. Потому и мы старались где-то раскинуть пятерки, чтобы в каждой тройке был игрок такого более-менее, может быть, ну, не силового, такого плана, который будет отрабатывать 100%. Там. Как Кулемин с Малкиным, да, вот, например? Ну, примерно такой. Потому что того же самого Кулемина видит в НХЛ как чисто такого оборонительного плана, вы хотите его атакующий потенциал раскрыть тоже, да? Почему? Вот? Ну как, просто... В НХЛ так бывает, ну, взгляд. Знаете, ну, там, когда сезон идет, это по-другому, ты как-то определяешь игрока, а здесь, когда маленький турнир, ты берешь лучших и стараешься из лучших как-то составить, что должно получиться.
последний вопрос, наверное, задам, он очень важный. То есть сегодня годовщина Локомотива, у вас было минута молчания во время тренировки. Вот 5 лет прошло, насколько вот действительно боль чувствуется в команде и у вас лично? Это все равно тема главная. Ну, это вспоминается всегда. Когда ты кого-то видишь, кого-то встречаешь и обсуждаешь, это всегда встречается. Всегда, когда в Локомотив приезжаешь, это как бы вспоминание всегда. Это вспоминаешь, да, так что, ну, скажем... Потому всегда это надо вспоминать, всегда надо поддерживать. Да. Да. Все, ребят. Спасибо. Спасибо.